создана была с дня захвата СБУ города Луганска. Там я познакомился с Алексеем Азовым. Вернулся в город, увидел уже баррикады. И потихонечку мы начали создаваться сами между собой. Мы, все жители города Кировска, начинали просто стоя на блокпостах, контролируя и порядок в городе, и въезд в город, ну то бишь как-то так. Потом учебный центр ЕСНИ, я непосредственно там находился, и многие ребята со мной там были. Потом Лисичанск, многие были в Северске, Ямполь, Славянск. Потом вернулись сюда, вот, как бы так вот доросли до такого количества людей, неравнодушных города Кировска. Нам нужно народовластие, нам нужен порядок, мы хотим жить спокойно, мирно. Вот. Я рад, конечно, тому, что нам сегодня присвоило, вручили знамя. Ребятам это знамя и заслуга, это не только моя, это вот их. Я не единоличный, я не единственный здесь. Мы здесь единомышленники. Стараемся мы так, чтобы они сюда не пришли и по нам нас не уничтожали. У нас есть вера, честь и достоинство. И эти понятия не дадут нам перешагнуть через совесть и, как говорится, продастся за мзду. Каждому из нас, прежде всего, должно быть за державу обидно, ту, которую мы сейчас строим. И кому бы как ни хотелось, наша задача построить ее именно народной. На уставах справедливости и совести. Берегите себя. Если мы не позволили себя сломить, бригада осталась в полном составе, ее не расформировали, и никто теперь не расформирует. Если мы не позволили себе уничтожить противник, значит, мы теперь просто обязаны выжить и довести начатое дома. У кого будет 200, я докажу!